Оформить документы должно стать проще, ведь часть работников запорожских разрешительных центров прошли обучение в рамках Украино-канадского партнерства. Ссылаясь на позитивный зарубежный опыт, нашим специалистам рассказывали, как сделать систему проще и доступнее. Итоги проекта подводили на конференции. Если собираетесь в разрешительный центр, лучше сразу узнать, кто из его сотрудников прошел обучение в рамках Украино-канадского проекта. Такие специалисты должны выгодно отличаться от других, уверены инициаторы программы – обладминистрация и Канадское агентство международного развития. Люди, которые в ней работают, не ориентированы на клиента, то есть на предпринимателя. И вот эту задачу ставил перед собой проект. Он работал с администраторами разрешительных офисов. Мне кажется, канадским экспертам удалось направить их работу как раз в сторону правильного восприятия клиента. Вивчали і методику, ви чули, розробили, да? Так, да. Вона вже адаптована у наших підприємств, яке надає підвищення кваліфікації. І це буде певним підґрунтям для того, щоб все-таки державні послуги, які надаються, вони ще раз доходили до споживача. Научился сам, поделись опытом с другим. Организаторы проекта надеются, что проверенные наработки получат распространение среди всех сотрудников центра. Главная цель – упростить разрешительную систему, сделать заветное единое окно, чтобы тот же предприниматель быстро смог все оформить. У него будет всего лишь два обращения к органам власти. Написать заявление и забрать свой результат. А не, как у нас было до этого момента, 3-4 инстанции, он бегал, он не знал, куда идти, как, чего и почем. Это упрощение основное. Такие проекты на этапе реформирования системы необходимы. В этом уверены представители и власти, и бизнеса. Это невозможно в рамках одного проекта. Это возможно только если есть политическая воля государства, руководителей и национального уровня, и регионального, местного, любого. Поэтому те задачи, которые ставил перед собой проект, в общем выполнены, но хотелось бы лучше. Мы не задоволены совсем еще этой работой. То, что еще много есть нареканий, много скарб, много, снова-таки, нужно вести достаточно большую разъясненную работу, чтобы люди понимали, какие виды послуг надаются владой, где они даются, ким надаються і, саме головне, як вони можуть її отримати. Оце на першому етапі ми ставимо завдання для себе. На итоговой конференции вновь озвучили общие рекомендации, выработанные в рамках проекта, и наградили наиболее отличившихся специалистов.